Всем доброго здравия от канала Травард. Сегодня я вам расскажу о китайской кухне. И начнем мы с китайского завтрака. В китайский завтрак у нас входит рис отваренный до состояния клейстера. Он варился с чесноком, имбирем, морскими водорослями. Потом, когда он готов, уже наверх наливаем кунжутового масла и добавляем чуть-чуть зеленого лука. Также у нас есть палочки и ложка для тех, кто не умеет кушать палочками. Потом у нас есть земляные орехи, приготовленные, обжаренные или соленые. И различные приправы из овощей, которые ферментированные. Яйцо – это источник протеинов. Чайные яйца на нашем канале вы можете посмотреть, как их приготовить. И ферментированный в верхнем левом углу ферментированный бобовый творог. Как пользоваться китайскими палочками правильно? Берем китайские палочки, выравниваем их и берем вот так. И вот таким вот движением берем любую вещь из тех вещей, которые мы сегодня пытаемся покушать. Так, для этого мы одну палочку держим вот так, как ручку, как будто вы пишете ручкой. Вторая палочка вставляется между большим пальцем и удерживается с помощью вот этих двух пальцев. Палочки выравниваются, и вот так употребляется пища. Спасибо, что смотрите наш канал. Ставьте лайки, делитесь с друзьями, подписывайтесь. Ждем вас снова и снова. У нас будет очень много интересного о китайской кухне и не только. Готовим с любовью, готовим дома.